пришла оплатить счет мамы. Так это вы, да? Вы боксер? Да, золотая девочка. Это Клариса. Она ходит в зал по ночам. Что думаешь о девушках, босс? Не вижу причин, почему нельзя. У нее хороший удар. Говорим позже. Я иду спать. У меня тренировки и деньги. Выиграешь приз, снимем жилье. Только мы вдвоем. В США не брали золото с 2004-го. Ну, никто из них не Клареса, верно? Да. Пока боксирую, все будет хорошо. Ты на пути, а все вокруг препятствия. Что ты делаешь? Думаешь, я не знаю, каково в 16. Гормоны бушуют. Никому не интересны ваши гормоны. Ах, не интересны. Ну, я тебе расскажу. Скоро, брат. Скоро. Что это? Хороший протеин. Хоть картошку-то поешь. Обычно фри не разрешают. Едем в Китай на отборочные. А потом Лондон. Меня никто не победит. Это не то, чего я ожидал. Все получают эти контракты. А я едва могу оплатить аренду маме. Может, просто нужно больше времени. Я бы с радостью представлял Кларису. С женщинами-спортсменками сложнее. Несправедливо. Но от спортсменок ждут другого поведения. Я выиграла золото, оставаясь собой. Что стало с верностью себе? Это больше, чем бокс, раз. Тебе нужно показать, кто такая Клариса Шилдс. Для второго золота мне нужно то же, что и мужчинам. Дело в деньгах или в признании. Деньги — это признание. Это не только обо мне. Это для всех женщин. Здесь знаю. Если смогла Клариса, смогут и они. За 16 лет ты видела, что это жизнь. Преврати этот огонь внутри во что-то хорошее. Нас. Некоторые сделают это во Флинте.